Сука, прекрати меня пугать. Блять. Блять! My friends, lovers, sisters and brothers. У нас тут очередной мод на Half-Life. На этот раз у нас здесь Echoes. Я много что слышал об этом моде. Говорят, что здесь просто с движка первого Half-Life выжили просто по максимуму. Разработчик его там 5 лет делал. Давайте посмотрим, что у нас тут он за 5 лет наделал. Так, куда тут нажимать? Begin observation. Observation of candidate 12 documents. Select criteria for relaxed. Ну, вот эту поставим посередине, просит. Поехали, ну это типа выбор сложности был, как я понял, да? Так. Уже какая-то жара. Unforeseen consequences. Непредвиденные обстоятельства. The last time I heard those words was back at Black Mesa, when he whispered them in my ear. The whole world went to hell that day. Короче, это Элай из второго эпизода. When he brought in that crystal, I knew I... You know who I'm talking about. Our mutual friend. Рассказ, когда он рассказывал Фриману, он последний раз я эти слова слышал в Черном Мезе, когда случилась катастрофа. Ну ты понял, там кристалл от нашего общего друга. Это он про Джимена говорил, которого он сейчас показывает. Что? Эхо? Даже не так. Эхо, эхо. Объект у нас это кандидат 12, статус. Ну, в общем, какой-то статус. Слишком сложный английский, сори. Не вывожу уже. Так, вау. Часть первая, фундейшн. Что-то там мы фундим. Так, сейчас, секунду, здесь снова надо архив дата. Где здесь есть настройки? Вот они. Надо сделать звук слегка потише. Так получше. Так, черное место, да? Мы на какой-то парковке. Куда нам? О, у нас есть свой фонарик. Найс. А, то есть мы уже сразу одену? Прикольно. Ну, фонарик, конечно, да. Че, помощнее фонарика не было? Фонарик на зажигалке. Так. А че, уже что-то? Все уже? Уже каскадный резонанс пошел? Заруба? Или это только это? Предустранен. Челик он... Челики вроде спокойные. Что тут происходит, гайс? Работяга. Hey, it's no good up there. It's all sealed off. Понял. Короче, типичное черное место. Какой-то пиздец снова происходит. Машина вон тут. Сигнализация сработала. Так, ребят. Бать там оружие. Хочу туда. Кто-нибудь говорит, знаешь, что происходит? Нет? Непонятно. Ну нам сюда. Банки какие-то валяются. Что-то как-то не прибрано. Что туалет? О, можно. Слышь, я хочу. Хочу пописать, блядь, сколько тараканов. Умыться можно? Найс. Я понял, чем он тут 5 лет занимался. Тут они, писарчик, мир. Опа. Эй. Эй! All right, which one of you guys locked me in here? I'm serious now. This has become quite annoying. Кто ты его там закрыл, ладно? Hello? Hello? Таракан. Блять. Что с... Ты просто... Ты просто споткнулся, ебать, слышишь? Выглядел как какой-то скример, нахуй. Now, where did I leave that shutdown procedure chart? Что-то там работяга чили. Так. Воу. Все что-то попизде у нас, да? Что случилось?
А внизу что? Пойдем посмотрим, что он уронил. Защемило. Понял, тоже рофлят тут. Короче, что-то все тут, как всегда, блядь, не в порядке. Ни одного дня без катастроф. О, а это ты что-то уронил, да? Тут что у нас? Ничего интересного. Ладно, понял, нам сюда. Так, Black Mesa Transport Hub. Floor 3, третий этаж. Аптечка. Воу, локация. Black Mesa Research Facility, Black Mesa, New Mexico. Да, ух ты. И это на движке от первого Half-Life все, да? Ну, очень красиво, на самом деле, рили. Как-то прям рили все очень так типа. Кактусы такие прям натуральные. Ай, блядь, уколол аж. Очень натуральные кактусы. Там пацаны чилят. Ну-ка, зайдем как-нибудь. Обсервайшн архив. А, you insane? Да, понял. Are you insane? Don't be a fool. No. Понял, к вам не надо. Там меня убивает током. Сломалось. Шо все так плохо у нас? Просто все горячий пар. Hot steam. Все просто рассыпается на части. Может быть, каскадный резонанс начался, а мы типа так далеко от него? Поэтому все потихоньку тут сейчас у нас поэтому идет. Тупая машина, говорит, не работает. Так, это мы с другой стороны опять эти кактусы. Куда-то чилит. Так, а нам сюда? Или туда? Вот Mesa Transport Hub. Оп, пойти на голову запрыгнул друг. Don't you have your own job to be doing? Южный туннель доступа. Можно в южный туннель доступа? Нельзя. А ты куда идешь? О, какие-то ящики привезли, во. Вы тут все серьезно? Ты из лаборатории аномальных материалов? Нет. Hello, Gordon Freeman. It's good to see you. В смысле, я Фриман? Он говорит, привет, Фриман. Говорит, я не Фриман. Он говорит, здорово, Фриман. Я не Фриман. Ты не Фриман? Понятно. Ну, я, видимо, не Фриман. Да, я какой-то субъект 12. Точно. Фриман не я здесь. Типичный работяга-охранник. Так, Black Mesa. Циферки, числа. Дата 05-16 отредактирован год. 2019. Вау. Вау, слышишь, я понимаю, ты что-то интересное рассказываешь. Но тут очень интересно это выглядит. Ух ты. А, это прям. А запрыгнуть покупаться можно? Сори, больше не буду. Краник ругается. Блять, занято все. Что-то про запах там. Ну-ка, а если? Открыто? Слышь? По-скрытному так, чтобы никто не видел. Ты, говорит, конкретно ошибаешься. Не-не-не, все правильно. Это Джина Кросс, да, и Коли Грин. Да, они в костюмах. Эй, watch it. Смотреть можно на них? Рофу. Ладно. Пошли в этот транспорт хаб. Так, вот тут какая-то схема есть. Сектораж IGKL. А где мы находимся? Есть? Трамроуд, Red Line, Blue Line. Нихуя непонятно. Карта метро какого-то московского. Опа. G-Man.
Не хочет он на меня смотреть. Это там кто-то лежит, да? Кто-то лежит, чили, да. Здорово, ребята. Ладно, давай, квик. Ого, слышь? Это типа охранник в HIV костюме, ничего себе. Oh, да, это я. Так. Да, звук не очень хороший. Что происходит? Это sound тут bad. Опа. Мы встали? Коллапс. Часть вторая, коллапс. Фонарик включить нельзя. I suppose a security guard should know what he's doing. Sure do. Блять. You can't be serious. Это шутка была? Я думал, ему реально что-то случилось. Thank God. Okay. Смотри, доктора ж поплохило. Ебать, это доктор. Так, он починил. Hey, I thought we were a good team. You gonna be all right without me? Так, ебать, в транспорт хаб мы спустились. А, это где паровозики под землю? Понял. Сука! А он был джумай на видео. Работает. Ладно, очевидно, нам в этот лифт. Время 8.57. Начался X, когда начался каскадный резонанс. Резонанс! Да, и музыка такая напряженная. Блять, самая напряженная поездка на лифте в моей жизни. Ладно. Don't stand too close to the main doors when they're opening or closing. They close hard. If I have to ride that tram one more time, I'm gonna... нам сюда. Like we're in for a long day today. Что, поехали? Можно присесть? Good morning. Good morning. Сесть можно? Ладно, стой, поеду. Что? Она сломалась. You smell something burning? У нас диктор сломался. Так. Опасность, опасность. Всем эвакуироваться немедленно. Это не, блядь, учение, это все по-жесткому. Друг, вытаскивай нас нахуй с этой вагонетки, слышь? Да, давай. Так, нахуй, это идут двери, а то, блядь, мы уже в хазардовскую собрали. Узнаем эти двери. Ебать, у него лицо. Он в панике, все в панике, и ты в панике. Ебать, у нас пиздец начался. Начался каскадный резонанс, друзья, поздравляю. Ебать! Вот, это он прошелся, да? Это был каскадный резонанс. Блять. Ебать, это могли же быть мы. Нахуй, открывай ее! Блять, это был скрит, брат. Ебать, он его с разворота уебал. Стреляй, блять, ты чё, олень? Я свечу, давай, стреляй в него. Бать, он нам 5 показал и ушел. Чё, кого-то топаешь, да? Да ну нахуй, пожалуйста, пощади. Гаргантио, не надо. Ебать. Охуительный мод, блядь. Ебать, слушай, я хочу в это играть. Нас выкинул. Так, нас кто-то тащит, да? Что происходит? Охраннику не очень.
затаскивает кто-то. Я надеюсь, это не монстр нас тащит, да? Ну, все они спокойны, думаю, нет. Да, нас не монстр тащит. Кровью все заляпано. Ну слушай, так каскадный резонанс еще никто не показывал, согласен. Хиткраб, блядь! Там хиткраб был на автомате с газировкой, сука. Делают искусственное дыхание. Негр, не надо только в губы. Джмен! Значит, я выживу. Если пришел Джмен, значит все будет с нами хорошо. Это правило этой серии. Если появился Джимен, значит мы выживем. Фух, я спокоен теперь. Блять, слышь, а он же сейчас... Он же сейчас встанет, да, вы в курсе? Нахуй не работягу с хитрабом на голове притащили, сука. Так. Я прихожу в себя, да? Как это, часть третья, беги. А, нет, не беги, руины, это не ран, это руин. Так, таракана раздвил. Блять, все оружие забрали. А где работяга с хиткрабом? Слушай, вот в него стреляли, походу. Блять, так это хоррор игра, да? Это хоррор мод? Меня будете пугать? Да я не боюсь ничего. Наверное. Блять, ну я же сказал, я ничего не боюсь. А, блять, ебаные ящики, хотели меня напугать? Фу, у них почти получилось, блять, вон там кто-то стоит, да? Как же я люблю хоррор-игры. Сука, еще с фонариком от зажигалки, блять. Сука, и таракан под ногой. Сука. Меня это должно напугать, да? Блять! Ладно. Игнорируем. Ёбаные тараканы. Кто это был? Я не знаю, кто это, но это кто-то был. Это был враг. Сука. Сука, нам сюда? Да, нам сюда. Блять, только не воздуховоды снова. Сейчас будет хитраб где-нибудь. Хотя, нет, хитраба быть не должно. Только если скример. Скример, я готов к скримеру. Нихуя, сейчас одна из этих упадет, я готов. Нет? Нет. Хиткраба быть не должно. Нет, вот он скример. Хиткраба быть не должно, потому что у меня нет монтировки. Если его здесь встречу, это будет тупик. Так, сейчас упадет же что-то, да? Сейчас вентиляция наебнется. Нет, нет. Оружие, блядь, пистолет. Сука, вы из воды нахуй. По-любому в воде кто-то есть. А, сейчас кто-то вынырнет из воды. Давай, я готов. Нет. Ладно, не вынырнет. Так. Там кого-то потащили. Эй! Нихуя себе! Фу, блядь. Монтировка? Блядь, кровь. Тут кто-то кого-то тащил, нахуй. Я вот не уверен, кто кого. Дрейн канал, блять, не допрыгнуть, слишком слабенький. Очень много аптечек, но у меня фул хп. Так, а тут? Так. Вы мне еще предлагаете вот эту кнопку нажать, да, наверное? Фу. Ладно. Ба, я понял, чем он тут 5 лет, сука, занимался. Он изучал, блять... Мое досье, он следил за мной, нахуй. Чтобы воплотить все мои страхи в этой игре и напугать меня очень сильно. Но хуй ему. Так, это что, это паркур? Паркур я не боюсь. Видишь, он наебался, я паркура не боюсь. Ау. Слышь, я понял. Я-то, может, паркура не боюсь, а вот главный чар боится. Так. А чего ты предлагаешь мне тут вот так сделать? Отлично, и теперь дабл. Пуф, блять, я за раз это сделал. Смотри, оп. Оп. Ебатись. Так. Ого. Куда я попал? Так. Вот это скинуть.
Чё? А это, по-моему, та сторона, где это застряло, да? Где я вначале проходил. Так, толкаем ящичек. Он тяжелый. Так. О, теперь я понял, зачем тут аптечка. Грамотно, грамотно. Так, а запрыгнуть можно? Понял, надо отодвинуть. Сука, эти ящики из Half-Life? Ага, вот так вот. Я думаю, мы допрыгнем. Вот только... Куда, блядь? Что это за звук был? Так, там крысы стержат. Чё? Аптечка. Две крысы. Здорово, крысы. Крысам похуй. Ладно, поехали вниз. Ебать, по каналам. Ебать! Здесь есть люди. Кого вы стреляете, гайс? Сука, надо отсюда уходить. Лестница сломанная, понял. Кого они там стреляли, блядь? Так, нам сюда явно, да? Бля! Ребята! Я не на ту тусу попал, так. Пожалуйста, не надо ничего со мной делать. Так, я нажал кнопку, а что это дало? Дало эту лесенку, да? Ну, над звуковым сопровождением парень постарался, я ебал. Действительно, сука, звучит все очень стрёмно. Сука, прекрати меня пугать. Блять. Блять! Сука. Живым не возьмете, твари. Сука. Джимен, блять, нахуй ты мне это? Я бы лучше сдох сразу, чем сейчас от страха. Так, нахуй, пропусти. Что за пиздец? О боже. О боже. Так, 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 жилет, отлично. Тут кого-то стреляют. Хилься, хилься быстрее, сука. Так, ну дали бронежилет. Это просто... О, Джимен. Это просто охуительно. Дайте, пожалуйста... О, блядь, ему не повезло. Дайте, пожалуйста, оружие. Когда я вооружен, мне не так страшно. Я могу самоубиться. Так. Я иду, иду. Блядь. Монтировочка. Это они пытаются открыть, я слышу. Поезд, ебать. На-на. Так, надо... Блять, там у них тёплый пиздя тоже пошло. Так, я что-то кручу. Exit, туннель, access. Доступ к туннелю выхода, блять! Хэдкрабы, давай! По одному нахуй. Ну-ну-ну-ну. На, сука. И ты иди сюда. Чё, блядь? Я с монтировкой, нахуй. Уже не такие страшные, да? Пиздюки. Где этот туннель, ёбаный? Что я открываю? Сука, ну давай. По одному, нахуй, черти. На, сука. Хватит заруба. Сдох? Ещё, давай, прыгай. Ну. Ага. Чё, огребаете? Фух, это было нетрудно. Так, видимо, надо еще крутить. Сколько выкрутить, сори? А, нас... Стоп. Значит, что она тут крутит, синяя лампочка? Я что-то кручу? Так, загадки пошли, непонятно. О, ящички нужно ломать. Это хорошие новости. Я там патроны нашел. Это замечательно. А может, я оружие найду?
О, во. Надо было докрутить. Так. Emergency override access granted. Ага. Так, я готов. Надеюсь, там ничего страшного не будет. Ты нихуя не страшный. Когда у меня есть монтировка, блядь, ты просто шилопонь для меня. Так, слышь, ты иди тоже на хаткрабе. Давай. Что, думаешь, я не играл в первый Half-Life? Да? Вот так умеешь? А я вот так умею. Все? Гуннер-то подрастерял свой. Фу-ху-ху-ху. Да? Хэдкраб? Угу. Здорово. До свидания. Кто там? Да иди ты, я даже с тобой, блядь. Я, сука, даже с тобой разговаривать не буду. Так, тут поезд все разъебал. Сюда не попасть. Чё ты стоишь, смотришь? Чепуха. Ты спины не ожидал удара монтировки? Ага. Так. Опа, ча, секретик. Целых 15 пуль, нахуй. Это отлично. Так. Походу там все эти аптечки, которые были в начале, когда я был фулл хп, они нахуй не нужны были. А сейчас вот так. Тут что-то есть? Скример есть? Есть 6 патрон для варвера, отлично. Их это краб был, да? Где он? Меня не пугать хотел, не. Не выйдет. Так, что, типа, я взял монтировку. Мне попытаться вернуться? Нет, очевидно, нет. Так, ну тут сломано, эту дверь мы не откроем к тем ребятам. Да и нахуй, там тех ребят тут разваливал. А, еще одну хуйню крутить, боже. Ну сейчас кто-то сзади как нахуй напрыгнет, пока я кручу, да? Ага, он тут орёт. Ну я же сказал, уже слышу. Кто тут? Emergency override access granted. Тут пол панельки нету, и все равно работает. Ладно. Так, это чё? У нас космонавт отдыхает. Сука, ну давай! Ты уверен, что ты этого хочешь? Угу. Все, все, не... слабо. Прыгать вас тут не научили. А, сука! Он меня развел. Второй удар, да-да-да, я помню. Что-то у меня это... Что-то немножко не получилось с ним сразу, ладно. Anyway, я победителем вышел. Так, вот это ломаю. Аптечку, пожалуйста. А, спасибо. Игра умная, она знает, что нужно в ящики класть. Так, а это ты в кого растюме кого-то? А, это в костюме работяги, типа такой, да? У тебя в руке отвертка застряла, о боже. Да, у него в руке отвертка, по-моему. Сейчас мы тебя добьем, подожди, брат. Хочу рассмотреть твою руку желтую. Хы, да, у него типа застрявшая отвертка в руке. Охудеть. Так, ты не встанешь, надеюсь? А, стоп, я попал. Попал теперь сюда, я понял. Дай иди в пизду. Так. А вот это было некрасиво сейчас. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?